Поскорей бы конец перемены. Мои книги! А? Отличный кадр! Самые популярные близняшки колледжа! Я ваша фанатка! Вот автограф, нам не жалко. Спасибо. Сестренка, посмотри, автографы близняшек. Нечему так радоваться. Они просто посмеялись над тобой. Ах, вот как. Забудьте, что я была вашей поклонницей. Теперь мы враги. Я избавлюсь от всего, что с ними связано. Никакой пощады. Остановись, мы можем стать такими же популярными. Может, что-то и получится. Я не знаю, с чего начать. Старинная книга советов, как стать популярной. Принадлежала нашей прабабушке. У меня есть идея получше. Поищем в интернете. Вводим запрос. Поиск. Всем привет! Сегодня мы расскажем, как правильно наносить мейкап. Начинаем с очищения. Секрет в том, что вы наносите очищающий гель на ватный диск. Дуете и пенкой протираете лицо. Стоит попробовать. Ну уж нет, это все обман. А у меня все получилось. Ладно, я тоже попробую. Вау, как необычно. Ой, Карен, что это у тебя? Ты о чем? Твой нос. И что с ним? Из него торчит ужасный волос. Но я знаю, как от него избавиться. Нет. Да. Я сама от него избавлюсь, спасибо. Снимаю. Раз, два, три. Эти ужасные прыщи везде. Но сейчас я с ними разберусь. Для этих целей есть специальный инструмент. Доверься мне. Я мигом избавлюсь от этих прыщей. Ой, и правда прыщей нет. Но покраснения остались. Для этого у нас есть особенная маска. Соединяем ингредиенты и хорошенько взбалтываем. А теперь наносим маску на лицо с помощью специальной лопатки. Засекаем время. Долго еще? Время вышло. Снимаем маску. Аккуратно. Эффект мгновенный. А у меня появилась идея. Патчи от прыщей должны сработать не хуже. Снимаю. Получилось. Видео на память можно завершать. Упс, вот это неожиданно. Что случилось? Я случайно выложила это видео в ТикТок. Серьезно? Это просто смешно. Клэр, ты только посмотри, эти неудачницы снимают ТикТок. Это смайлик от близняшек. Им понравилось видео. Или они просто над нами посмеялись. Самое время сделать селфи. Смотри в камеру и улыбайся. А это что еще за панда? Откуда эти ужасные круги под глазами? Я кое-что придумала. В холодильнике давно ждет замороженный огуречный сок. Наконец-то пригодился. Сейчас мы быстро избавим тебя от этих кругов под глазами. Лед тонизирует и освежает, а от кругов не осталось и следа. Невероятно! Сообщение? Сегодня мы пишем тест, опаздывать нельзя. Привет! Кэролайн, отлично выглядишь! Чудесное преображение, только посмотри! Спасибо! Карен, заходи скорее, у нас все получилось! Как чудесно! Всем привет! Ой, у нее салат застрял в зубах. Ну и вид. Не смеяться. О, нет, все было напрасно. И что нам теперь делать? О, нет, близняшки снова над нами посмеялись. Нам никогда не стать популярными. Брось, нужно всего лишь почистить зубы. Этого мало, жди здесь. Вот эта щетка точно справится с задачей. Нет, нет и нет. А у них отлично получается, ставлю лайк. Нет, ты чего, они неудачницы, даже не думай. Ладно. Так и быть. Если хочешь, используем отбеливающие полоски. Зубы идеально белые, мне нравится. Эту полоску нужно снять. Снять?
О, теперь понятно. Мои глаза! Твои зубы сверкают слишком ярко. Прости. Мне даже жарко стало. Твои волосы. Волосы пора помыть. А у тебя вообще перхоть? Я знаю, это катастрофа. Не волнуйся, мы это исправим. У меня есть маска для волос и скраб. Нанесем маску и хорошенько помассируем голову. А скраб нанесем на кожу головы. Не оставив перхоти ни единого шанса. Втирай получше. Волосы в полном порядке. Включаю прямую трансляцию и начнем преображение. Посмотрим, какие сокровища хранит в себе наш бьюти-бокс. Не терпится все испробовать. Начнем с базы. Используем спонж, равномерно распределяя тон на коже. Отлично сняли, мне нравится. Ничего особенного, глупости. Тон нанесли, теперь консилер. Подчеркиваем лоб, придаем губам объем, выделяем нос и растушевываем. Сделано. Следующий этап – контуринг. Подчеркнем скулы и лоб. А теперь румяна. Скулы и кончик носа – этого достаточно. Отлично. Блестки нанесем на веки и подчеркнем глаза яркими тенями. Накрасим ресницы и очертим контур губ. Осталось добавить блеска и готово. Великолепно. А вот и нет. Я тоже так хочу. Мэри, прекрати немедленно. Ты что делаешь? С помощью этого гаджета мы сделаем себе идеальные локоны. Давай скорее начнем. Ровная прядь волос превращается в роскошную волну. Потрясающе! Твоя очередь. Любопытно. Попробую. Что-то пошло не так. Гаджет сломался. Мои волосы. Это ужасно. У меня есть идея получше. Нам понадобится пояс от халата. Мы его намочим и накрутим локоны. Я поняла. Приступим. Закрутим пряди и подождем. Вау! Этот способ сработал. Но наши наряды. Нужно их сменить. Я знаю. Мы закажем одежду в онлайн-магазине. Отличный план. Заказать. И я хочу. Упс, как нажать на отмену? Неважно, что-нибудь нам доставят. Кто-то звонит. Неужели это доставка? Слишком быстро. Ваш заказ доставлен. Большие коробки. Привет. Да, мы работаем доставщиками. Популярные близняшки доставляют посылки. Это должны знать все. Кэролайн, хватит. Давай прекратим вражду. Ладно, мир, мир. И вы нас простите. Мы поможем вам подобрать крутые образы. Начнем с этого. Не уверена. Может, это? Точно нет. А если вот так? Идеальный выбор. Вам очень идет. Точное попадание. Вы определенно добились цели и стали самыми популярными девочками колледжа. Урок же давно начался, все в класс. Нам пора. Кто станет королевами-близняшками в этом году? Вы все можете принять участие в конкурсе. Да, королевами колледжа будем мы. А победитель получит путешествие в подарок. Карен, мы должны принять участие. Глупости. Путешествие в подарок. Мы участвуем. У меня идея. Смотри. Ясно, я с тобой. Только нужно выбрать подходящие наряды. Дай 5. Урок окончен, все свободны. Ура! Будьте внимательнее. А нам пора. Ай, это они.
Им не выиграть. Отправить. Сообщение. Мы победим. Но победить должны мы. И не мечтайте, неудачницы. Не смейте нам угрожать. И за что нам такие соседки? Время освежить макияж. А? Кто-то звонит. Помада с перцем чили. Только тсс. Клэр ждет сюрприз. Наконец-то! Моя помада! Странный запах. Это перец чили. А, печет! Что случилось? Эти вредины подсунули мне в помаду чили. А знаешь, выглядит очень круто. Правда? Ну ладно. Я тоже освежу макияж. Как странно. Где мои румяна? Все прилипло к столу. Мы здесь ни при чем. Что? Они приклеили мою косметику к столу. Ну ладно, меня это не остановит. Румяна? Помада? Тушь? Готова. Подумаешь. Ты готова? Снимаем тик-ток, как репетировали. Я готова. Раз, два, три и сердечко. Ничего сложного. И мы так сумеем. Включай камеру. Посмотрим, что нового. Вау! Наш тик-ток в тренде. Супер! А это кто? Наши вредные соседки. Ха! И ноль лайков. Лузеры. А они что здесь делают? Мы пришли за платьями. О, нет. И мы. Это платье мое. Отдай! Девочки, не ссорьтесь. Кому подойдет размер, тому и достанется платье. Ладно, в примерочную. Какая невоспитанность. Не думаю, что это мой размер. Мне не нравится. Отстой. Похоже, это не ваш фасон. Мы на вас посмотрим. Это катастрофа. Платье слишком мало. Нет, категорическое нет. Да что вы понимаете? Что же делать? О, я знаю. Девочки, это вам. Платье, которое вам наверняка подойдут. Допустим. И вам. Спасибо. Вау, мы собрали так много голосов. Отлично. А теперь переодеваться. В этих великолепных платьях нас точно ждет успех. Не могу дождаться. Поскорее бы. Ты только посмотри на это. Сколько голосов. Но я кое-что придумала. Что? Мы опустошим эту урну. Упс. И фото на память. Теперь мы готовы. Воу. Привет! Рано радуетесь. Вот, полюбуйтесь, урна с вашими голосами пуста. О нет, этого не может быть. Бежим. Получилось, да. Пусто. Нужно скорее все собрать. Доставай платье. О нет, я забыла наше платье. И что теперь делать? Включай смекалку. У меня идея. Наденем платье соседок. И размер подошел идеально. Отличная идея. Пора, конкурс начинается. Мы почти все собрали. Идем быстрее. Готово. Можно переодеваться. Мы ужасно опаздываем. А где платье? А это что? Выхода нет. Нужно переодеться. Только вы не подглядывайте. Наряд не очень, но другого нет. Вперед за победой. Никуда вы не пойдете. О нет, дверь заперта. И что делать? Не отчаивайся. Всегда есть выход. Нужно только хорошенько подумать. Думай, думай, думай. Вау, это вентиляция. Кто полезет первый? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Я помогу. Подсади меня. Let's go. OK.
мы. Конкурс близняшек? Как мило. Ну что это за шум? Проверю. Ай, это уже слишком. Я им покажу. Прекратите немедленно. Безобразие. Что вы здесь устроили? Во что превратили колледж? Вы наказаны. В этом году корону не получит никто. Нет, только не это. Директор, пожалуйста, не сердитесь. Это мы во всем виноваты. Клэр и Мэри ни при чем. Пожалуйста, отдайте корону им. Вот ваша корона. О, спасибо. Вы так этого ждали? Делать что-то хорошее тоже приятно. Согласна, сестренка? Счастливо. Ура, корона моя. Нет, моя. Отдай. Чего стоите? На физкультуру. За мной. Раз, два. Раз, два. Сколько здесь всего прекрасного. Ты только посмотри на это ожерелье. Оно великолепно. Эти рубины для меня. Нет, это изумруды. И они для меня. О, нет, грабители! Полиция, сюда! Попалась воровка! Я не виновата! Отпустите меня! Упс, мне пора! Не так быстро! Я всего лишь примеряла платье! Думаешь, я в это поверю? В участок! О, нет, теперь мы в тюрьме! И что делать? И это все ты виновата! Что? Все из-за тебя! Зачем ты схватила мое ожерелье? Это было мое ожерелье! Вы здесь надолго. Нет, пожалуйста, выпустите нас. Ты как хочешь, а я здесь не останусь. У меня маникюр, и я его пропускать не собираюсь. Ты не понимаешь, нас поймали на месте преступления. Наши фото во всех новостях. Нужно оставаться здесь. Я не могу, эта камера просто ужасна. Это так, но у меня есть план. Что? Мы переделаем камеру по-своему. Я в этом не участвую. Подержи. О, баллончик с краской. То, что нужно. Что за странный запах? Это не я. И не я. Сейчас разберусь. Что это? Упс, это она, рубин. Признаю, это отличная работа. О, благодарю. А где вторая преступница? Красивые ключи. Упс. Даже не думай избежать. Я прорублю выход. Стой! А это что? Здесь пора прибраться. Ну ладно. А я постелю коврики. Время выбираться. Подвинься. Сама подвинься. Ты это видишь? Мы ее остановим. Я это забираю. Ты доигралась. Отклейте меня. Подумай о своем поведении. Изумруд, освободи меня. Думаю, ты усвоила урок. Только... Эй, там, в камере. Мы уже свободны, размечталась. Забирайте свои подушки и одеяло. Время спать. Ты подумала о том же? О, да. Уютная кроватка. Туннель на свободу. Но эта постель такая скучная. А где долгожданный выход? Придется прорыть его самой. У меня родилась идея. И эти малыши-изумруды мне помогут. Вау! Что? Я тоже воспользуюсь камешками. Только мне подушки ни к чему. А вот это по мне. На свободу! Остановись, хватит все крушить. Используем рубины с большей пользой. Например, сделаем и для тебя подушечки. Смотри, новый заключенный. Посмотрим. Теперь профиль. Мы должны получить свои фотографии. Ладно, телефон снова завис. Бесполезная штуковина. Вот, держи. Спасибо. О, нашла. Отличная вышла фотосессия. Еще немного, и я выберусь. И как здесь все уместить? Придумала. Вау! Гирлянда, сияй! Телефон я так и не нашла. А это что? Я с тобой. И что ты здесь делаешь? Я просто решетка. Вообще-то мы тебя видим. Вы все не так поняли. Я только хотела вернуть телефон. Что? И ты все видела? Я не виновата. Новинки из тюремной библиотеки. Вау, спасибо. Читайте с удовольствием. Сейчас будет весело. Теперь у нас есть книги. Скукотища. Очень интересно.
А это? Как увлекательно! Как сбежать из тюрьмы? Любопытно! А это что? И что делать с прочитанными книгами? Придумала! Сооружу для них полочки! Готово! И сестренке полочки не помешают! Как взломать замок? Так просто? И план побега из тюрьмы есть! Вот это мне повезло! Итак, сперва направо! О, а здесь весело! Ой, мне страшно! Я выбралась! Упс! Привет! Переверни карту! Это был пранк? Неожиданно! Я просто хотела одолжить этот столик! Пожалуйста, забирай! Держи, это тебе! Ужасный день, все пошло не так! Не нужно так нервничать! Давай я сделаю тебе маникюр, это всегда успокаивает! Мы сидим в этой камере и тратим лучшее время своей жизни! Красивый оттенок! И у меня появилась идея! Вау, получилось! Это лучший светильник на свете. Сестренка, что стряслось? Снова неудача. Мне отсюда не выбраться. Как ее развеселить? Придумала. Мне нужен портал в магазин. Вот эта люстра из рубинов ей точно понравится. Продавец вышел на обед. Как не вовремя. Как время тянется. Ну и долго же эти продавцы едят. Привет. Я хочу это купить. Спасибо за покупку. О, нет, это она. Скорее, полиция. Грабители вернулись. Сестренка, я уже здесь. И принесла подарок. Что? Это был портал? Сделай его еще раз для меня. Ну ладно, вот, пожалуйста. Спасибо, до встречи. Опс, снова наручники. Тебе отсюда не сбежать, смирись. Я поняла. А люстра и правда красивая. Я знаю. А как мы подловили ее в магазине? Мы молодцы. И мы заслужили премию. Приветствую, офицеры. Упс. Приветствуем, директор. Я к вам с инспекцией проверить, как здесь идут дела. У нас все в норме. Провизии хватает. Да уж, так и запишем. Почему одеты не по уставу? Простите, мы были заняты поимкой преступниц. Каких преступниц? Этих? Молодцы, отличная работа. Кто это? Давай узнаем. Привет. Вау, да это же вы, те самые близняшки. Я пересмотрел все ваши ролики, я ваш фанат. Ах, как приятно. Эй, вы, выпустите их немедленно. Вы свободны, можете идти. В качестве компенсации примите эти билеты в кино. Мы обожаем кино. Это платье мое, нет, мое. Отдай! Клэр, сестренка! Тебе это платье всегда шло больше. Пожалуйста, вернись ко мне. Я оставлю платье здесь. До встречи. Мэри? Ты куда? Где я? Что я здесь делаю? Я что, в коме? Нужно срочно привести себя в чувство. Этого недостаточно. Знаю. Щекотка. Запрещенный прием. Давай. Это точно меня разбудит. Нет, это слишком. Пусть будет меньше воды. Не вышло. Ну ладно. Я попытаюсь вернуться в свое тело. Надеюсь, на этот раз получится. Раз, два, три. Ай, это был не лучший план. Все показатели в норме, ваша сестра здорова, но не приходит в себя. Сестренка, я здесь, Мэри. Вы меня слышите? Как я это сделала? Мэри, ты меня видишь? Часы приема закончились, вам пора. Подожди меня. Привет, не бойся, я все объясню. А ты кто такой? Я ангел, вот удостоверение. Какой еще ангел? Я показываю душам путь на небеса. О, нет! Мы возьмемся за руки и вместе перенесемся в лучший из миров. Ну нет, мне еще рано покидать этот мир. Я сматываюсь.
Эй, куда же ты? Неужели сбежала? Без сестрички все не так. И фильм не такой интересный, и попкорн не такой вкусный. Мэри, я здесь, посмотри на меня. Бесполезно. Мэри, посмотри сюда. Это я, твоя сестра. Мешаю тебе смотреть кино. Она меня не видит. Нужно что-то еще. Идея. Я могу управлять электричеством. Мэри, ты это видишь? Что не так с этой лампой? Странно. Я поняла. Мэри, серьезно? Сок закончился. Так быстро. Зато попкорн остался. Ну, конечно. Попкорн. Минутку. Куда подевался весь попкорн? Что? Это Клэр? Я здесь? Моя голова! Ты меня видишь? Прими деньги! Потом поговорим. Снова ты! Я за тобой, нам уже пора. Нет, я останусь здесь. Вкусно. Отстань, я никуда не пойду. Мимо, промазала. Ауч! Ой, мне нехорошо. Вот так получше. Она снова сбежала. Что это было? Может, приснилось? Колледж? Это похоже на подсказку. Привет, далеко собралась? Ой, где твоя шляпа? И книги упали, вот неудача. О, нет. Прекратите! Пожалуйста, хватит! Ой, что это? Посмотрите наверх, парни! Так вам не надо! Было круто? О, да, спасибо, сестренка! Дай 5! Эти неудачники пусть отдохнут! Упс! Ты почему не на уроке? Мы пишем тест. О, нет, я ведь совсем не готовилась. И что делать? Не волнуйся, я тебе помогу. Спасибо, Клэр. Даже не думайте списывать, я внимательно слежу за каждым из вас. У тебя так здорово получается? Да, это очень весело. Время пошло. Я ваш зануда учитель, все смотрите на меня. Вот умора. Мэри, это очки? Ух, показалось. Что это с тобой? Ничего. А вот и ответы. 1А, Б. Дашь списать? Что это? На доске появляются ответы сами собой. Это невероятно. Но какая разница, если они правильные? Это все, пока. Время вышло, сдавайте тесты. Я закончила. Вау, отлично. Спасибо. Похвально, Мэри. А это что? Кто написал ответы на доске? Урок окончен, все свободны. И что дальше? Знаю. Я попытаюсь тебя разбудить. Просыпайся. Полегче. Вставай. Бесполезно. Мэри, прекрати. А если поменять настройки? О, нет, не трогай. Поздно. Мэри, я исчезаю. Сестричка, ты навсегда останешься в моем сердце. Мэри, что со мной произошло? Клэр, ты вернулась! Какое счастье! Это так трогательно. Мы на месте? Я первая. Нет, я. Мой номер будет лучше твоего. Бла-бла-бла, я тебя не слушаю.
Легкая добыча. Ты всегда все портишь. Это ты все портишь. Прошу прощения. Я могу вам помочь? О, да. Я хочу номер. Бунтарский и брутальный. Конечно. Мы найдем такой номер. А мне нужен милый и уютный номер. Без проблем, но сперва заплатите. Мы заплатим. Но где наши кошельки? О, нет. Сумки украли. И что нам делать? До свидания. Это конец. Прощай, отдых. Подожди, у меня есть идея. Мы построим секретную комнату. Идея хорошая, но комната не очень. Не трогай мою комнату. И, пожалуйста, я построю свою. Я буду строить комнату из бамбука. Только этого не хватит. Нужно больше. Мне бамбук тоже не помешает. Спасибо, сестренка. Стоп, мне кажется, что бамбука было больше. Мэри, не отвлекай, я слишком устала, пока искала этот бамбук. И как эти палки соединить? Идея. Шнурки от кроссовок. И каркас комнаты готов. Вау, шнурки – это идея. Посмотрим, что у меня есть. Не подходит? Но нет. То, что нужно. Шнурок от спортивных штанов. И у меня получилось. Из чего сделать стены? Какой милый бар. И это соломенная отделка. Есть идея. Привет, что будете пить? Привет, красавчик. О, нет, я не хочу пить. Я хочу забрать эту солому. Пожалуйста. Для такой девушки все что угодно. Я пойду? Конечно. Спасибо. Я ей понравился. Ну и жара. О, мне тоже нужны стены. Вот это я забираю. Постой. Я только все закрепил. Спасибо, красавчик. О, я красавчик. У меня стены будут не хуже. Может, даже лучше. Главное, надежно закрепить. Готово. У нас идентичные комнаты. Ну уж нет. Моя комната будет отличаться. О, да. Розовый? Серьезно? Украшу цветами крышу. Цветов так много, и они такие ароматные. Сделаю из цветочных гирлянд шторы. А я сделаю шторы из цепей. Привет. Отстань. Клэр заснула. Эти усы ее повеселят.
Доброе утро. Пора на прогулку. Вау! Ракушка. Вау, кокос! Я сделаю из этого подсвечник. Насыплю песка и зажгу свечи. Привет! Чего тебе? Ошибся адресом. Обознался. Привет! Привет! Я как раз закончила подсвечник делать. У тебя необычный вид. Усы? Ну, спасибо, Мэри. Sorry. Но ты все равно прекрасна. Спасибо. Что? Ну и ладно. А из этого кокоса я сделаю подсвечник. Перемотаю бечевкой. И подсвечник готов. Моя вывеска готова. Отель «Хорошая секретная комната». Отель «Плохая секретная комната». Мой отель лучше. Нет, мой. Наши первые посетители. Спасибо. Это наш любимый отель. Ваше время истекло. Следующий. Платить будете? Конечно. Это оказался прибыльный бизнес. Привет, Клэр. Привет, мама. Слезай немедленно. Ой, Мэри, детка, привет. Привет. Упс. Ох, девочки. Этот спасатель такой красавчик, смотрела бы на него вечно. Эй, Клэр! О, все ясно. У меня есть план. Слушай, Клэр. Так держать. На помощь, Тану! Я спасу тебя. На сегодня твоя смена закончилась. Ты свободен. Ладно. Спасите! Давай руку, я спасу тебя. Что? Нет уж, спасибо. Мэри? Какое коварство! Лови! Подача! Клэр, детка, время селфи. А теперь поснимай меня. Здесь такой хороший свет. Эй, мне надоело ждать. Фото с птицей. Я птица. Две птицы. Сколько можно фотографироваться? Идея. Пустой стакан. А вот официант, который бездельничает. Что за фотосъемка в рабочее время? Посетители заждались. Ха-ха-ха. И что это? Показывай. Пляжный конкурс красоты. Бежим. Представляем вам участниц конкурса. Мэри и Клэр, ты первая. Привет, я Клэр. А я Мэри. Простите, извините. Девочки, я снимаю. Вперед, близняшки, вы лучшие. В чем дело? Я в группе поддержки. Вот, подержи лучше. Близняшки, мы с вами. Девочки, снимаю видео на память. Походка от бедра. Спасибо, это так неожиданно. Победила мама? Но как? Время селфи. Эй, вы! В чем дело?
Круги в этом бассейне запрещены. Что? Не обращай внимания. Игнорируете меня? Ну ладно, сами напросились. Лассо! Готово? Трогай. Что произошло? Солнце высоко. Нужно побольше спрея для загара. Упс! Пчелы, вы что-то перепутали. А! Спасите! Так ей и надо. Нужно было добавить мед в спрей еще раньше. Все дела сделаны. И мой рабочий день окончен. Кокос я забираю. Счастливо! Как странно. Идем за ней. Прячься. И куда она так спешит? Привет, мам! Не отставай! Я на месте! Сегодня выберу этот костюм. Ух ты! Что это за место? Здесь столько всего интересного! Я тоже люблю этих актрис. Смотри, какой гардероб! А здесь что? Я мечтаю стать актрисой. Все ясно. Есть идея. Бежим. Мои платья? Куда они пропали? И что я буду теперь делать? Мне ее жаль. Не такая она и плохая. Пойдем с нами. Улыбайся, это будет фотосессия для портфолио. Вот так, отлично. Фотосессия удалась, и мама оказалась замечательным фотографом. Что? Двухместный номер в 200 раз дороже, чем одноместный? Но у нас хватит денег только на один номер. Придется разыграть карту близняшек. Вау, какая девушка! Приветик, мне одноместный номер, пожалуйста. Вот твой ключ. И ключ от моего сердца, любовь моя. Отлично, идем. Пока-пока. Вау, я влюбился по уши. Отличненько. Пожалуй, мне нужен двойной завтрак. Побольше еды. Вот это и еще вот это. О, вам помочь, мисс? Ого, сколько еды! Не нужно, спасибо. Я все донесу сама. Разыгрался аппетит. А где вся еда? Ничего не осталось. О, нет, Том идет. Что делать? Давай наш старый пранк. Раз, два, три. Зеркало. Клэр, ты мне нужна. Можно тебя на два слова? Идем со мной. Ух, получилось. А тебе чего? Зеркало никогда не видел. Привет. Это тебе. Пойдешь со мной на свидание? Цветы не люблю. А шоколад я заберу. Подожди, мне надо переодеться. Приветик. О, это мне? Мои любимые цветы. Как ты угадал? Ну что, идем? Что? Только что ты была там. Но как? Ладно, идем. Эй, парень, ты где? Ладно, мне достанется весь шоколад. Присаживайся. Это лучший ресторан. Официант, принесите нам, пожалуйста. Стоп, она любит поесть. По две порции ваших лучших блюд. Закуски и еще двойной десерт. Спасибо.
так много еды? А вот и добавка, как ты любишь. О, неужели? Еще еда. У меня есть идея. Мэри, приходи в ресторан. Сейчас же. О, смотри, это Риана. Где? Никого не вижу. Да нет, мне показалось. Как вкусно. Просто объедь деньги. Что, дай мне коктейль. Держи. Предлагаю выпить за нашу встречу. Эй, а где твой бокал? Я уже все выпила вместе с бокалом. Не могла сдержаться. Ужасная жажда. Да? Ну хорошо. Это тебе. Мне? Ну надо же, какая красота. Это мое, дай посмотреть. Что это было? Кто там под столом? Не знаю, о чем ты. Какой милый браслет. Спасибо, мне очень идет. Что? Две девушки вместо одной? Похоже, мне плохо. Ну что, пойдем? Ты такой милый, Том. Но мне пора бежать. Обнимашки. О, Клэр. Фото на память. Пока, Том. Пока. Оу, опять ты? Давай обнимемся еще раз. Пока. Пока. Что это было? Смотри, у меня есть фото с твоим парнем. Но это мое фото. Муха-повторюха. Ауч, моя нога. Нужна помощь? Спасибо. Обопрись на меня. Я тебе помогу. Ну вот, ты в номере. Отдыхай и выздоравливай. Спасибо, Том. Я герой. А это еще что? Нет, 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 тебе нельзя сейчас бегать. Подожди. А как же твоя нога? Стой! Ауч, моя нога! Да что с тобой не так? О, прости, Том. Неловко вышло. Давай я помогу тебе. Идем. Кэсси, я открою. Привет, это... Эй! Это еще не все. Клэр, ты тут? Вот и наша доставка. Приятного аппетита. Обожаю эту панировку. Привет, Том. Что? Вас двое? Но как? Вообще-то нас четверо. Четверо? Я запутался. Том, очнись, пожалуйста. Чего тебе? О-о, я передумала. Пожалуйста, закройте двери. Я ошиблась адресом. Ладно, мне нужны самые опасные злодеи мира, которых все боятся. Это близняшки Мэри и Клэр. И они ведут роскошную жизнь на побережье. Шоппинг. Автографы. Фотосессии. Быть известной близняшкой очень тяжело. И ты не замечаешь ничего вокруг. Мой песочный замок! Ты ответишь за это. Пока, малявка. Прекрасный день. Схожу к бару. Два коктейля, пожалуйста. Алло, да, здесь отличная погода. Веревку, пожалуйста. Скотч, пожалуйста. Окей, пока. Спасибо за коктейли. Твоя сестра у нас. Мы ее похитили. Шах и мат.
Это карта, дорогая. Но ты все равно выиграла. Я! Спокойнее, логово Якудза. Это всего лишь девчонка. Отбой тревоги. Приветик. Спасибо. Это кимоно. Клэр, отдай мне мою футболку. Нет, это моя. Нет, моя. Нет, моя. Сейчас я ее отберу силой. Упс. Прошу прощения. Я замечталась. Не хотела вас обидеть. Помогите мне найти мою сестру. Может, она у вас? Вот кто тебе поможет. Хакер Анонимус. Великий, ужасный и страшно загадочный хакер Анонимус. Прошу прощения. Можно вас? Не мешай мне, я занимаюсь важным делом. Ой, серьезно? Каждый может нажимать кнопки, лузер. Что? Хакер только что взломал Пентагон? Это реально круто! О, да, я просто гений. Привет, я Полли. Ты и есть страшный опасный хакер? Неожиданно. Окей. Не поможешь мне отыскать сестру? Ее похитили. Сейчас уже приступаю к поиску. О, моя Клэр тоже умела обращаться с техникой. Фух, почти закончила. А? Эй, что ты там делаешь? Я делаю так, чтобы ты получилась красивой на фотографии. Совсем как я. Здорово. Ты просто гений, Клэр. Взламываю камеры. Подключаюсь. Упс. Тебе нужна сестра или нет? Вот кого тебе нужно найти. Видишь? Хип-хоп Джи. Она точно замешана в этом деле. О, спасибо, хакер Полли. Ты лучше всех. Это хип-хоп банда. Хип Джей и Хоп Би. Крутые девчонки. Привет. Эй, девчонки, я тут. Минуточку внимания. Приветик. А ты еще кто? Чего тебе, подруга? У меня трагедия в семье. Моя сестра пропала прямо на пляже. Исчезла с шезлонга. Ее похитили коварные злодеи. В общем, вы сможете мне помочь? Есть идея, Хоп Би. Я поняла, Хип Джей. За мной, подруга. Падай на заднее сиденье, детка. Окей. Музыку на максимум. И поехали. Все, мы на месте. Отлично прокатились. Что? Мы просто сделали круг. А как же моя сестра? А, точно. Мы без понятия, где она. Мы ее не видели. Прости, подруга. Что? Где же моя Клэр? О нет, это мама. И она будет здесь через 5 минут. Я влипла. Нельзя, чтобы мама узнала о похищении Клэр. Что же делать? О, есть идея. Вставай. Привет, мое золотце. А где Клэр? У меня было 2 дочки. Сейчас я ее позову. Операция одна за двоих началась. Привет, мамочка, я буду в той комнате. Фух. Детки, я привезла вам очки. Примерьте, кому больше подойдут. Прекрасно. Клэр, иди примерить очки. Я ее позову. Клэр! Привет, мамуля, я уже здесь. Какая-то ты странная. И не горбься. Фух, это все сложнее, чем я думала. Что-то не так с моими девочками. Что здесь происходит? Мама! What? Клэр пропала! Не паниковать! У меня есть идея. Это моя сестра-близняшка, гадалка Гренда. Мы обратимся за помощью к высшим силам. Карта смерти. Карта виза. И моя скидочная карта в супермаркет. О да, карты знают всю правду. Вау, отличный карточный замок, тетя. Эй, ты не помогаешь. Это все шарлатанство.
Не обижай тетю Гренду. Сидеть, я могу больше, чем ты думаешь. Дух огня, помоги мне, Клэр, у самых опасных злодеев мира. Но где их искать? Уже нашла. Гренда может все. О, мамочки, была не была. Чего тебе? О-о, я передумала. Пожалуйста, закройте двери. Я ошиблась адресом. Ладно, мне нужны самые опасные злодеи мира, которых все боятся. Заходи. Что? И это самые опасные злодеи мира, которых все боятся? Всего лишь дети? Что тебе надо, девочка? Я ищу свою сестру. Ее похитили. Вот эту сестру? Почему вы ее украли? Она очень оскорбила нашего босса. Клэр, не стоило наступать на чужой песочный замок. И она даже не извинилась. Пока, малявка. Внимание всем! У нас новый клиент. Приведите мне Клэр. Слушаюсь, босс. Может, просто помиримся? Окей. Мирись, мирись и больше не дерись. Объявляем перемирие. Фух, вот это приключение. Всем привет. Знакомьтесь, наши участницы. Мэри и Клэр. Мы начинаем йога-челлендж. Первое задание – триконасана. Поза вытянутого треугольника. Отлично, запись идет. Какая удобная вешалка. Оставим полотенце здесь. Эй, у нас съемка идет. Идите в другое место. Мы никуда не уйдем. Что происходит? Девочки. Это наш пляж. Пляж общий. Предлагаю вам всем принять участие в йога-челлендже. Йога – это глупость. У них нет шансов. Приз – яхта. Яхта? Я очень хочу этот приз. Пожалуйста, Бренда. Нет. Ах, ну ладно. Решено. Поединок начинается. Готово? Готово. А сейчас мы узнаем, на что способны наши участницы. Сейчас мы им покажем. Упор на локти. Вперед, сестренка. Потрясающе. Есть идея. Я готова. Поехали. Что ж, неплохо. И кто победил? Знаю. Еще одно испытание. О, нет. Эх, ну ладно. Мы выиграем. Прогиб. Держим баланс. Блестяще. Да пожалуйста, мы тоже так умеем. Давай, Полли. Покажем им. Я в замешательстве. Задание – показать, как выглядит поза дерева. Вот это дерево. Я знаю. Близняшки? Готово. А это что? Поза дерева. О, нет. Начинаем награждение победителей. Второе место достается Полли и Бренди. Приз – абонемент на йогу. Что? Да, мы победили, сестренка! И главный приз достается Мэри и Клэр. Это яхта. Что, простите? И это приз? Полли, ты это видела? Полли! Я так хотела этот приз! Хочешь, забирай? О, ура! А вы забирайте наш приз!
Спасибо. В этом соревновании победила дружба. Пока!